У нас вопрос о социальном бытии и социальном сознании. Что такое социальное бытие? Ну, как понимаете, бытие в категории, которая противоставляется категории ничто. Правильно? Когда можно говорить о том, что люди есть? Тогда, когда они рождаются, и б, когда они имеют средства для жизни. А если этих средств для жизни нет, то людей нет. Поэтому вопрос о бытии сводится к вопросу о воспроизводстве людей, то есть о рождении и воспитании людей, во-первых. Во-вторых, о том, чтобы у них имелись средства, материальные блага, средства для жизни. Или жизненные средства, как они называются. Вот это обстоятельство и сформулировано самым таким красивым образом и кратким Энгельсом в работе «Происхождение семьи, частные собственности и государства», которое я очень вам рекомендую. Ну, именно потому, что вот студенты нуждаются в коротких работах, раз, блестящих, которые легко запоминаются, и которые при том вот размере, вот такая маленькая работа, охватывает она период от первобытного общинного коммунизма до современного капитализма. И рассказывает, как вообще сформировались, какая была раньше семья, какое было раньше государство, какое было потом, какая была семья, какой был раньше брак, какой сейчас брак, и доводит прямо до современного времени. Очень вам это рекомендую, как вот такой замечательный материал для науки. Вот фигура Энгельса, как-то она была в тени там все время за Марксом, говорят, марксизм. Но с таким же успехом можно было бы говорить бы об энгельсизме, потому что первый, кто начал изучение положения рабочего класса, это Энгельс. Если вы откроете первый том собрания сочинений Маркса и Энгельса, то первой идет работа Энгельса «Положение рабочего класса в Англии». А Энгельс, в отличие от Маркса, был человек не бедный. Папаша у него был фабрикантом, а когда его папаша умер, то Энгельс стал фабрикантом. И он помогал Марксу, когда Маркс писал «Капитал», помогал ему не только советом и по содержанию капитала, но помогал ему и материально. А потом, когда Маркс умер, и вышел при жизни Маркса только первый том «Капитала», второй и третий том был доведен до такого состояния, чтобы можно было издать, Энгельсом. И есть такой портрет Энгельса, когда он уже в очках и весь такой престарелый, мучается, сказать, с этим капиталом. Это огромные две рукописи. И это колоссальный труд. А когда он был молодой и написал предисловие к этой своей работе «Положение рабочего класса в Англии», говорит, я оставил салонные разговоры, оставил красное вино и поехал в самую передовую страну. Вот, современного мира, в Англию, чтобы 3 года прожить вместе с рабочими. Вот он 3 года прожил, написал эту книгу «Положение рабочего класса в Англии», Маркс с ней ознакомился и заинтересовался политэкономией, и можно сказать, что вот эта книга повлияла на дальнейшую судьбу и Маркса. Маркс занялся политэкономией под влиянием Энгельса. То есть социальное общественное бытие или социальное бытие – это производство и воспроизводство непосредственной жизни. Но нам нужно знать, что такое производство. Производство – это понятие более сложное, чем понятие труда. Потому что труд сводится просто к преобразованию природы. Когда человек преобразовывает природу, создает материальные блага для себя. Вот это создание материальных благ и есть труд. Это деятельность, в ходе которой человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Или Маркс писал еще так, что это обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Но можно представить себе труд, так сказать, в отвлечении от общественных отношений. Можно копать при первобытном общинном строе землю, как и копали ямы наши предки, которые хотели поймать слона,
Для этого они делали специальные яны, маскировали их, чтобы слон туда свалился, и там у них было достаточно много пищи после этого. Можно копать при рабовладении под командой рабовладельца, можно копать при феодализме по заданию помещика, можно копать при капитализме, если вы нанялись копать. Вот сейчас гастарбайтеров наймут, и они будут копать. Можно копать при социализме по единому плану. Но все это, так сказать, будет одно и то же, труд копать. А форма этого труда разная, и форма общественная вот этого процесса такова, что даже если труд не осуществляется, то производство все равно идет. Есть такие случаи, когда производство идет, а труд не идет. Вам известны такие случаи? При автоматизированном каком-то процессе, если робот выполняет вместо человека? Да, при автоматизированном труд не идет, а производство идет. Раз. А не при автоматизированном. Не бывает такого. Вот сейчас в сельском хозяйстве идет производство? Нет? Идет? Идет. Какое? Все. Все? Все идет. Ну хорошо, согласен, все идет. Полеводство идет? Идет. А какие культуры сейчас растут? На полях? Ну, может, пока еще нет. Как это нет? Вот это вот только я так порадовался, так вы здорово отвечали, я с вами соглашался. Ну вот, только мы с вами подружились, вы раз и куда-то в сторону, меня бросили сразу. Ну как же так? Ну как и не идет? Ничего не растет сейчас на полях? Или растет? Но они что-то посеяли, чтобы оно выросло. А? Что-то посеяли, чтобы оно выросло, чтобы, ну, когда теплоское. Ну, так посеяли. А когда сеяли то, что сейчас растет? Это тоже вот это правильное вот у вас положение. Если оно растет, значит его посеяли. А когда посеяли то, что сейчас растет? Ну, как вы думаете? В январе? Нет. Ну, не в январе, и не в феврале. Месяца, а? В начале апреля. Да ладно, в начале апреля. Что-то у нас сеет в начале апреля. Вы себе представляете, нет? Что в начале апреля творится? Да один год. Вот вы представляете, вот весна, когда там все развезло, может там какой-нибудь трактор въехать на пашню? Не может. И никакие сеялки не могут. Они же сеялки не самоходные, а их трактор тянет. Ну и там это все застрянет там, никто туда выехать не может. А мысль правильная, растет. Посеяли. Когда посеяли? В прошлом году. В прошлом году. Когда? А когда в прошлом году? После сбора урожая. После сбора урожая. Вот видите, вот совсем правильно. То есть, и как называются такие культуры, которые под зиму засевают? А зимой. Вот видите, вот теперь все хорошо. А зимой культуры. И вот в то время как весной засеваемые культуры и вовсе невозможно сейчас посеять, невозможно не выехать на поля, то вот эти озимые культуры, которые просидели под снегом, укрепились и закалились, и усилили свою корневую систему, вот эти озимые культуры сейчас забрали и забирают во всю влагу. Вот то, что сейчас мы видим сегодня, вот солнышко было, и они все пошли в рост. А те, которые будут сеять весной, так называемые яровые. Вот. Из всех яровых культур только одна депутат яровая у нас сейчас функционирует, а все остальные в виде зерна лежат. Они будут позже, когда основная влага уйдет, а зимой все ее, так сказать, берут, и поэтому озимые культуры урожай имеют гораздо больше, чем яровые. Да и вообще, наверное, а вы себя как наблюдаете за природой, вот когда цветы созреют, они что, семена скидывают на землю осенью или весной? Осенью же? Ну как весной? Осенью в основном, осенью. Осенью все
Все, значит, цветы, там, растения выбрасывают свои семена. Они не боятся мороза. А весной они уже пошли в рост. Так. То есть зимой производство идет зерновых культур. Ну да. Да. А труд нет. Поэтому вот какие-то элементы труда обязательно нужны. Значит, хоть осень это надо посадить, значит, это надо же посеять, это надо труд приложить. Но вообще в производстве участвует же не только труд, но и солнце, и земля, матушка. Поэтому производство более богатая категория, более сложная. Вот производство материальных благ, ну, это отдельная категория, более сложная, чем понятие труда. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Вот процесс присвоения предметов природы, мы должны понимать все слова здесь, которые говорятся. Процесс кто такой? Кто скажет? У нас, товарищи, такая специальность, реклама и связь с общественностью, что все слова надо знать, какие употребляешь. Процесс что такое? Могу я потребовать, чтобы вы слушатели, так сказать, отделение, соответствующее направление, знали, что такое процесс. Что такое процесс? Если вы не скажете, я скажу. Процесс есть. Ну, это развитие. А? Действия, которые происходят друг за другом и приводят к какому-то развитию. Ну, оно приводит обязательно к развитию, а если процесс угасания, умирания, то все, оно приводит не к развитию, а к деградации. Динамика. А? Динамика какая-то есть. Какая-то есть. Раз динамика есть, то это просто изменение во времени. То есть вы правильно сказали, но как-то длинновато, а если вот сократить и облагородить, будет изменение во времени, есть процесс. Правильно? Mm-hmm. Вот. Причем разные будут процессы. Процесс болезни, процесс смерти, процесс развития, чего хотите. Процесс жизни. Так, процесс присвоения. А что такое присвоение? Присвоение? Да. Mm-hmm. Вот если я вас сейчас попрошу карандаш и ручку, и начну ей писать, это что будет? Это присвоение. Не присвоение. Но если вы ее заберете себе... Конечно, заберу. А что вы думали? И зачем я ее просил? Я обязательно заберу. Если на время принять... Так я на время имею заберу. Только время будет больше, чем время в моей жизни. Я на время заберу, не волнуйтесь. Все будет хорошо. Я говорю, взял. Вы начнете на меня писать что-нибудь? Я скажу, да я на время взял. Так, вы просили на время, я на время. А на какое время? Мы так конкретно не договаривались. Я думал, что навсегда. Это же время тоже, оно никогда не кончается, на время. Так и бывает. Вот взяли и на время, и не отдали. Так разве не бывает? А если поймали, то отдают. То есть процесс присвоения, это тоже надо определить. Это превращение в свою жизнедеятельность. Если я возьму вашу ручку, начну ей писать, это будет уже чья жизнедеятельность, ваша или моя? А вы все смотрите, а я все пишу, пишу, пишу. А потом смотрите, как я в карман положил. Это тоже моя жизнедеятельность. Потом я пошел вместе с вашей ручкой. Это опять же моя жизнедеятельность. Превращение в процесс моей жизнедеятельности. Это я присвоил. А вы говорите, отдайте, я говорю, да на, пожалуйста, присваивайте обратно. И вы присвоили, взяли ее. Вот и все. То есть присвоение – это превращение в процесс своей жизнедеятельности. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества. То есть вот эти вот, вот это производство зерновых-то идет всегда в рамках какой-то общественной формы, правда? Либо есть план, по которому, как это было там в Советском Союзе, по которому приедут потом комбайны, приедут трактора, приедут машины с водителями, будут вывозить это зерно, комбайны будут собирать это зерно. Убирать. А сейчас это делается по-другому. Сейчас имеется
договора. Договора заключаются с соответствующими фирмами, которые имеют технику, правильно? И, так сказать, потому что, скажем, если иметь комбайны, ну вот комбайны один раз уберут, и потом они весь год стоят. А если это специальные фирмы, которые могут двигаться с юга на север и все время использовать эти комбайны, поскольку теплеет и на севере, и поэтому можно перемещать эти комбайны и их эффективно использовать. Смысла нет их только, так сказать, использовать один раз в году. Вот. Значит, надо заключать договора. Надо подумать, чтобы не было скачка цен на горючие смазочные материалы. И, наверное, вы заметили, что вот правительство собирается и обсуждает вопрос о цене горюче-смазочных материалов, правительство наше. И принимаются меры, которые не позволяют повышать цены в это время. Потому что иначе мы не уберем хлеб. Если мы хлеб не уберем, потом мы уже не спадем. Он пропадет. Потому что если вы в короткий период не уберете, начнутся дожди, и, так сказать, хлеб сгниет. То самое зерно. Процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Вот. Если это было производство феодальное, значит, есть хлеб, который убирается во время барщины, да, на хозяйской земле, а есть полоска, которая не сжатая осталась у крестьянина, потому что он на барщине убирал, а это не успел, может пропасть, и начаться может у него голод. Поэтому там другая форма производства. Сначала обеспечьте, пожалуйста, помещику уборку хлеба. И наоборот, вот тот же самый помещик, если он думает о том, чтобы крестьяне на него работали, то он не может допустить, чтобы его крестьяне умерли с голоду. Правильно? Вот они все умрут, а кто будет убирать, кто будет пахать. Поэтому помещики в голодное время открывают амбары, выдают зерно крестьянам, ну под что? Под то, что они потом отдадут в урожайный год с лихвой, с процентом еще, а вовсе не дарят им это самое зерно. То есть все это по-разному. То есть общественная форма производства, она определяет то, как происходит это присвоение, кто присваивает, как присваивает и так далее. Вот это вот процесс, это тот процесс присвоения предметов природы в рамках определенные формы общества и посредством нее и называется производством материальных благ. И вот это производство материальных благ является решающим. А в этом производстве материальных благ разные люди выполняют разные роли. То есть люди, которые являются иждивенцами. Кто такие иждивенцы? Либо дети, которые живут чужим трудом, правильно? Родителей. Но это не считается эксплуатацией, потому что эксплуатация – это присвоение чужого неоплаченного труда. А это свой труд. Поэтому если вы у своих родителей много забираете, то ничего, ваши дети и за них отомстят, как известно. Инвалиды – то же самое. Они присваивают чужой неоплаченный труд. Если кто-то ухаживает за инвалидами, они не трудоспособны. Инвалид – недействительный. Сейчас как-то считается неприличным говорить «инвалид», хотя это странно. Говорят, люди с ограниченными возможностями. А у вас безграничные, что ли, возможности? У кого безграничные возможности? Вы летаете, как птица? Нет. Мы тоже ограничены, ходим по земле. Поэтому это вот от того, что мы назовем, скажем, ночная ваза, горшок, не перестанет быть горшком. Хотя можно вот такие формулировки употребить. Далее. Пенсионеры – это люди, которые содержали, будучи молодыми, зрелыми, физически крепкими, содержали общество в течение длительного времени, там, больше, чем 20 с лишним лет. Теперь они стали немощны, и общество теперь их содержит. Хотя в разное время было по-разному. Было время, в первобытные времена, когда, значит, престарелые родители покидали своих детей, что
чтобы не ставить вопрос о том, кто должен выжить, или дети, или родители. Ну, вот они покидали и заканчивали свою жизнь где-нибудь в горах. Не обременяли. Это вот мечта, по-моему, наших нынешних экономистов, которые все время хотят передвинуть возраст выхода на пенсию куда-нибудь подальше. Вот в свое время удалось это сделать Ельцину очень удачно. Он добился того, что при пенсионном возрасте для мужчин 60 лет, продолжительность жизни мужчин была 59 лет. Вот было решение очень хорошее. И предлагали все время мужчинам выбрать, какой вот вид пенсии вы хотите получать. Они как-то так безразлично на это смотрели. И даже название такое получило это «молчуны». Молчуны, они не откликаются на призывы. Какую вы выберете форму получения пенсии? Да нам как бы все равно мы ее получать не будем. Нет, ну были отдельные люди такие, которые переходили эту вот границу 59 лет. У меня был товарищ, который приходил в поликлинику, говорит, пропустите меня, я аксакал. Как ты аксакал? Какой аксакал? А так, говорит, меня уже должно быть не быть, но я еще есть. И я иду без очереди. Его пропускали. Нравилось им, как он говорил. Вот женщины вели все время себя неприлично и сейчас неприлично ведут. То есть уже они выходят на пенсию и не умирают, а продолжают жить. И тем самым разоряют наше государство. И вот очень обеспокоены, особенно работники высшей школы экономики. Как бы это вот передвинуть им до 60 срок выхода на пенсию, а еще лучше до 65. Причем это не просто вот то, что я там говорю, это я вот имею самые последние сведения из правительственной газеты, где сообщают о том, какие мысли у наших придворных экономистов, как они хотят, где добыть деньги. Хотя на самом деле денег у нас очень много. Могу вам сказать, что по сообщениям той же правительственной газеты, российской газеты, за 2016 год число долларовых миллионеров в России выросло на 10%, а число этих же самых миллионеров в Европе снизилось на 4%. Число долларовых миллионеров во всем мире выросло только на 3%, у нас на 10%, мы в 3 раза превосходим весь мир. А число долларовых миллиардеров у нас на 11% выросло. На этом фоне маленькие недостатки такого рода, что доходы гражданина в 2016 году средние были примерно 90,5% от доходов в 2013 году. А доходы в виде зарплаты или заработная плата средняя, причем взятая не в денежном бумажном выражении, а в реальном выражении в виде продуктов, которые на эту зарплату можно купить. Вот эти доходы, заработная плата работников, составляла 92,5% в 2016 году от уровня 2013 года. Так что вот то, что мы наблюдаем. И поэтому считать, что у нас денег нет, конечно, мы не можем. Просто у одних нет, у других есть. И если откуда-то больше выливается, значит, где-то теперь недостаток. Так что это совершенно понятно. У нас очень сильные социальные неравенства в России. Есть такой коэффициент экономический, который называется децильный коэффициент. Берутся доходы 10% самых богатых и доходы 10% самых бедных и делятся. Вот в странах Скандинавии этот коэффициент децильный составляет где-то 3,5, в Европе 5,7, в Соединенных Штатах Америки 9, в России 32. Вот тут в чем проблема. Итак, в зависимости от того, кто и что и сколько присваивает в ходе общественного производства или в результате общественного производства и воспроизводства, получается так, что разные люди имеют разное положение в производстве. И вот по положению в производстве выделяются большие группы людей, и они называются классами.
То есть классы – это не просто классификация, а классификация по определенному признаку. По признаку положения в производстве. А положение в производстве характеризуется, во-первых, местом в исторически определенной системе общественного производства. Это может быть или город, или деревня, то есть городская промышленность или сельское хозяйство. Отношением к средству производства. Одни собственники, другие не собственники. Одни совершенно свободные, как птицы, это рабочие. Они ничего не имеют, никаких средств производства, свободно продают тот товар, который у них есть. Товар, который они продают, называется рабочая сила, способность к труду. Вот они продают и получают за него какую-то сумму денег, то есть цену этого товара. Зарплата – это цена товара, рабочая сила. Еще есть один признак положения в производстве – это роль в общественной организации труда. Одни подчиняются, другие руководят. Скажем, если берете рабочих, то они все подчиняются. Всем подчиняются – начальнику участка, бригадиру, мастеру. Они подчиняются замначальника цеха, начальнику цеха, директору по производству или замдиректора по режиму и так далее, генеральному директору, собственнику и так далее. То есть у них разные положения в производстве, они всем подчиняются. И, так сказать, делают то, что нужно тому, кто купил их товар. Если вот их рабочая сила закуплена на 8 часов, вот эти все 8 часов ее используют. Поэтому в зависимости от положения в производстве у людей, у различных классов формируются различные экономические интересы. Сразу скажу, что экономические интересы не надо путать с психологическими. Если я заинтересовался, что вы там делаете на компьютере, это что значит? Это означает, что я концентрирую свое внимание на вот вашей деятельности. Это концентрация внимания, не более того. Я интересуюсь пением, значит, мне интересно, то есть я концентрирую внимание на тех, кто поет. Рисованием, на тех, кто рисует. А эта вот категория интереса называется категорией психологии. Это другая наука, в ней другая и категория. Ее можно использовать одновременно с категорией экономических интересов. Но экономические интересы – это не характеристика сферы сознания, это не внимание, это что вам выгодно. Не чем вы интересуетесь, а в чем вы заинтересованы, то есть что вам выгодно. Объясните вам, что выгодно студентам? Нет. Не надо, вам и так ясно. И это ясно без разговоров. Почему? Потому что положение студента таково, что ему выгодно получить прочные, глубокие знания. Это раз. И второе, еще бумагу получить о том, что он имеет эти глубокие. То, что здесь-то мы вас знаем, а когда вы пойдете в другое место на работу, там они потребуют бумагу с печатью. И, так сказать, может быть, даже поинтересуются, какой у вас там, какие оценки вы получали в ВУЗе. Вот, а все оценки, как известно, выставляются, и они у вас вкладыши будут иметься. Поэтому вопрос не в том, чем и кто интересуется, вопрос в том, что и кому выгодно. Интересы экономические – это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений, которые показывают, что им в силу этого положения объективно выгодно. Стоит вам поменять положение, и у вас уже будут другие интересы. Сознание у вас от этого не поменяется. Например, вот возьмите вы очередь, возьмите любую очередь вот за каким-то дефицитом. Человек, который в конце, он очень строго следит за очередью, потому что он рискует вообще не получить то, из-за чего он простоит 2 часа. Правильно? А человек, который стоит уже второй в очередь, да ладно, пропустим, но одного, второго, я-то точно уже, я уже чувствую, предвкушаю, что я сейчас вот дойду до заветного окошечка, может быть, это и окошечко за номерком где-нибудь в медицинском учреждении. Я вот 2 дня назад стоял в НИИ Вредена за номерком и простоял там 3 часа. Ну, я вот эту очередь наблюдал за ней, те люди, которые в конце очень внимательно смотрят. А те люди, которые в начале, они так расслабленные в этом отношении. А что поменялось с их сознанием? Да ничего.
и сознание, и потребности, все у них осталось, меняется их положение. Поэтому экономический интерес – это другая категория. Это категория, которая показывает, что, которая характеризует положение людей и показывает, что в силу этого положения им объективно выгодно. То есть, что улучшает и что ухудшает их положение, в какой степени, в какой мере. Поэтому различает долговременные интересы, которые связаны с длительными такими изменениями, коренные интересы, которые меняют в корне положение, побочные, сиюминутные интересы. Ну, сегодня вот я заинтересован в этом, потому что это есть такая возможность в изменении положения, временная, а завтра ее не будет. Побочные, сиюминутные, второстепенные интересы. Ну и, соответственно, раз есть эти интересы, эти интересы выражаются в сфере общественного сознания. Если вы хотите понять что-нибудь, что особенно в политике происходит, почему так поступают люди, зачем они так делают, вы должны поставить какой вопрос? Никакое у них образование, а что им объективно выгодно. У Ленина есть такая работа «Cui prodest» по-латински, в которой он прямо пишет, что люди будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, когда, если они не будут различать за всеми программами, заявлениями, обещаниями интересы известных классов, если они не будут ставить вопрос, кому выгодно. Можно только еще добавить, и еще в какой степени. Вот с этой точки зрения интересное такое определение оппортуниста. Я думаю, вы такое определение не знаете. Или знаете, что такое оппортунист? Не знаете? А вдруг я оппортунист? Надо знать? Надо. Так вот, это интересная категория, значит, столь по этому поводу, так сказать, есть очень короткие всякие, малокрасивые определения, есть длинное такое определение, цветастое у Ленина, который говорит, что оппортунист, напрасно считают у нас это слово просто бранью. Оппортунист не предает своей партии, не отходит от нее. Он искренне и усердно продолжает служить ей. Но его характерная черта – податливость настроению минуты. Знаете таких людей? Сегодня туда, завтра туда. Неспособность противостоять моде. Сейчас мода другая, не такая. Завтра еще не такая и так далее. Беспринципность и бескарактерность. Принесение коренных интересов движения в жертву побочным и сиюминутным. То есть человек делает то, что нужно, но не самое главное, не коренное. Приносит в жертву коренные интересы, в жертву этим самым побочным и сиюминутным интересам. Поэтому слово «оппортунизм» может применяться не только к партиям, но и к отдельным людям. Например, вы понимаете, что вот вы сейчас, вот у вас какой коренной интерес? Учиться. От того, как вы учитесь, какой получите диплом, от этого зависит судьба во многом, правильно? Ну и вот мы наблюдаем, что разные люди из числа студентов тоже к этому относятся по-разному. Одни понимают, что это вот как вы будете заниматься в студенческие годы, когда вот это единственное время за всю вашу жизнь и нашу жизнь, когда мы только этим и занимаемся, что сами себя совершенствуем. Где вы еще такую возможность получите? Никто на работе об этом думать, как вы там будете совершенствовать, в такой степени не будет. У вас это сейчас главная задача. В чем главная задача студента? Вот себя развить. А на работе? А там сделать вот то задание, которое вам поручат. Будете вы от этого развиваться или наоборот вы от этого уставать и умирать, это уже второй вопрос. Вот. Поэтому оппортунизм – это понятие. Вот если человек за это время не проник до какой-то глубины, не выяснил некоторые вещи, которые потом ему, чтобы довыяснить, ему нужно очень много потратить время, бесконечно много, потому что жизнь коротка, и потом нагрузок, которые на вас будут сыпаться, их будет количество все увеличиваться. Тем более одно дело там люди, когда молодые еще детей нет, а когда будут у вас кричать дети, или они вдруг не дай бог, будут болеть, в это время не думаю, что у вас будет такая возможность для
саморазвитие и придется жертвовать там своим развитием ради развития детей и так далее. А еще и внуки впереди, которые отомстят, так сказать, за то, что вы эксплуатировали своих родителей. Они вам отомстят. И так далее. Вот понятие оппортунизма, это существенно. Ну и, следовательно, экономические интересы, они проявляют себя потом в виде задач, целей, программ, выступлений, поведения. То есть они отражаются во всей жизнедеятельности, во всех сферах нашей жизни. Поэтому, если вы хотите что-нибудь понять, допустим, в политике, нужно выяснить, а что, какие интересы за этим стоят. И тогда вы сразу можете, например, понять, что вот, хотя и говорят о разных там революциях, там, допустим, цветных, там, оранжевых, роз, тюльпанов, то вы сразу поймете, что поскольку те смены там правления или смены правительств, которые происходят под таким названием, они ничего не меняют в смысле классового устройства общества. По-прежнему это другая форма осуществления интересов буржуазии. Если это другая форма осуществления интересов буржуазии, это не только не цветная революция, это вообще не революция. И не контрреволюция, потому что контрреволюция в буржуазное время означала бы, что приходят феодалы к власти. А где вы их раскопаете, этих феодалов? Нет уже этих феодалов. Еще вот, если я начну записывать в дворяне, еще запишутся. А в крестьяне не запишутся. Раз крестьяне не запишутся, то и феодалов не может быть, потому что помещики без крепостных – это не помещик, это ничто. Поэтому некоторые вот сейчас заволновались, не будет ли у нас монархизма. Да не будет, не расстраивайтесь, потому что монархизм – это форма правления, характерная для феодального общества. Это уже во всем мире проект. Нет ни одной феодальной страны. Кто-нибудь знает хоть одну феодальную страну в современном мире? Нету таких. А всякие короли еще есть. В Бельгии есть король. Там, скажем, королева есть в Англии, потом, если вы возьмете Таиланд, там тоже есть король. И что? Ну, король это, так сказать, такая фигура, которая ничего, так сказать, уже не решает. В политике это все определяет сильные мира сего, а мир сей, капиталистический. Сильным классом этого мира является не класс феодалов, и не его верховный представитель, король, а прежде всего капиталист. И настоящими королями современного мира является крупный капитал. У нас вот есть троица самых богатых людей, которые всем известны. Это Михельсон, у него 20 миллиардов долларов его капитал. Это у нас Мордашов, у него где-то около 19 или 18 миллиардов долларов. И Лисин, у которого 16 миллиардов долларов. Вот три человека. Ну, ясное дело, что эти люди, которые имеют самые большие богатства, в обществе, где все определяется тем, какой у вас капитал, они имеют самое большое влияние, безусловно. И понимание вообще того, что происходит в обществе, без выяснения интересов невозможно. Без выяснения того, а что выгодно. А что выгодно, давайте вот разберемся, что выгодно рабочему классу. Что выгодно буржуазии и что выгодно мелкой буржуазии. Кто такая буржуазия? Это собственники средств производства, которые нанимают рабочих. Что им выгодно? Им выгодно повышать зарплату. Не очень, да? Вот если я вас нанял, я купил вашу рабочую силу, значит, я покупатель. А покупателю может быть выгодно покупать дороже? Вот подумайте сами. У нас дело не в том, как я к вам отношусь, а просто если я покупатель, а покупателю может быть выгодно покупать подороже? Нет, но нужно же удерживать сотрудников. А? Нужно удерживать сотрудников. А я их, знаете, как удерживаю? Я создаю еще 15 сотрудников, которые за вами стоят. Если вы будете плохо работать, я возьму других. Поэтому для этого, чтобы удерживать сотрудников,
создается такая штука, как резервные рабочие места, резервная армия рабочих. Во всех капиталистических странах есть безработица. Вы что думаете, буржуазия, она не может посчитать, сколько рабочих мест, сколько работников надо? Она прекрасно это считает, и она делает работников больше, чем рабочих мест. Как это? Закрывает рабочие места, чтобы были лишние работники, и это будет вас удерживать. А если я не буду этой безработицы, так вы будете требовать, давай еще. А вы не будете требовать, если за вами будут стоять еще 3-4 человека, готовые вас заменить в любой момент. Я вам объясняю устройство современного общества. Хотя, и вы тоже в этом правы, в том плане, что иногда повышение зарплаты идет по инициативе самого капиталиста, иногда, когда он точно знает, что это работник ценный, и там он не найдет, не скоро найдет другого такого, поэтому он, чтобы его не перекупил другой капиталист. Вот потому что я вот вам не повысил, она взяла вам, предложила больше, вы к ней ушли. Вот я этого чего не хочу, это уже конкуренция. То есть конкуренция различных капиталистов за работников может побудить капитал или капиталистов повысить зарплату. Но на вопрос о том, а когда нам повысят зарплату, можно дать только один ответ. Вообще никогда, потому что как может покупатель повышать зарплату на то, что он покупает? И наоборот. А кто является продавцом товара рабочая сила? Рабочие. Ну вы продавцы, ну вы и повышаете. Мы тут при чем? Вы в одиночку, конечно, если будете повышать, я вас прогоню. Но если вы все разом, для чего и создается профсоюзное объединение, профессиональное объединение, если все разом и твердо будете на этом стоять, мне деваться некуда. Ну, это ваш вопрос. Вы продавцы, так вы и повышаете. Чего вы ко мне пристали с повышением-то? Ну, смешно. Вот я приду сейчас в буфет, у вас он до 6 работает, скажу, там а кофе продают, скажу, у вас сколько кофе? 50. Я говорю, беру за 70. На меня посмотрит продавец, как на сумасшедшего. А говорю, а пирожок? А пирожок 40 рублей. Беру за 90. Скажут, ненормальные какие-то пришли. Это не философ пришел случайно. У них и дом желтый. Посмотрите, он на Менделеевской линии, дом 5. Он и в желтый цвет выкрашен. Это неудивительно. Там такие приходят, так они и думают. Вот, так что... А в чем заинтересован рабочий? А рабочий продавец рабочей силы, он, во-первых, заинтересован, чтобы продать ее подороже, правильно? Во-вторых, он заинтересован еще в том, чтобы вообще не было этой продажи, потому что вот, если бы не будет этих собственников средств производства, а все производство будет собственностью общества, не надо будет никому продавать, это будет общий труд, и вот кормить асоциальных паразитов, которыми становятся нынешние капиталисты все больше и больше, не придется. Вы, наверное, знаете, что существует разделение уже, отделение функции управления от функции собственности. Собственникам вот в сегодняшнем мире капиталистическом совершенно не обязательно заниматься производством и даже особенно разбираться. Вот представьте себе, что я четвертый в этой группе, там вот ТС-3, Михельсон, Мордашов и Лисин, и я. И я вот решил, так сказать, заняться... немножко наладить свое производство. Говорит, вы пойдете ко мне, генеральным директором? Сколько вам надо в месяц платить? $700,000. А? $700,000. Я вам как-то уже ответила. Не беру. Вы что это? $700,000? Это не специалист. А вы сколько вам надо? Ну как-то вы все размеряете, вот члены правления Роснефти, у них 24 миллиона в месяц, а вы со своими 700 тысяч выглядите вообще это дилетант. Вы ничего не понимаете в управлении. Я хотел вам предложить 50 миллионов в месяц, но на каких условиях? Что вы каждую недельку мне сообщаете. Я, конечно, жить здесь не собираюсь, зачем мне это в холоде? Жить тут, смотреть, как вы под снегом тут греетесь. Вот жить я буду в Черногории, там на берегу моря, у меня там дворец. А вы мне будете раз в неделю сообщать, как идут дела. И как только у меня начнется падение нормы прибыли, вы уволены. А если не будет падения, вы получаете 50 миллионов в месяц. Нормально? Нормально.
Ну, с такими вот заявками, как 700 тысяч, я даже уже сомневаюсь, стоит ли вас брать. Что это? Какая-то нищета вообще. Или там сейчас вот в «Газпроме» члены правления получают 15 миллионов. Ну, бедняки там, ОРЖД, бедняки получают 5 миллионов в месяц. В этом у Грефа члены правления Сбербанка получали в 2008 году 2 миллиона 400 тысяч, а в 2007 2 миллиона 700. А вы вышли за этими семьями. Не беру вас ни за что. А была возможность. Во всяком случае, я найду. На 50 миллионов я найду, кто будет работать. И мне разбираться, как там вы управляете, мне не надо. Если будет плохо управлять, мне будет понижаться прибыль. Увольняю тут же и заранее сообщаю, что вы сами можете писать приказ об увольнении сразу и уходить. Вот. Потому что если вы это не делаете... А мне не надо разбираться в том, что там за производство, какое мне дело, мясо вы делаете, или рыбу, или станки, или машины, или вы выпускаете обувь, или вы выпускаете пальто. Какая мне разница? Мне важно, чтобы прибыль на капитал у меня не падала. Вот и все. И поэтому вот это отделение собственности от управления совершилось. Наемные управленцы это делают. То есть капиталист, вообще говоря, не нужен для современного производства. И передает потом он свою власть, капиталист, деткам своим, а вовсе не с хорошим организатором, не каким-то инженером или каким-то изобретателем, который очень здорово делает. Кому он передает? Ну, родственникам. Как это делали цари? То есть то, что было в феодальное время с властью политической, превратилось в аналогичную процедуру, только с властью экономической. Правильно? Ну, кто будет управлять империей Абрамовича экономической? Маленький Абрамовичи. А кто будет империей Лисина? Ну, Лисин будет. А вы, может быть, очень талантливый. Я верю, что вы талантливый организатор. Верю. Но... родственные отношения, это же так. Даже вы заметили, что нынешние капиталисты, они придумали и свой способ оформления брака, да? Это интересно, мы с вами заключим брачный союз, а я потом, значит, мы начнем разводиться, и вы потребуете половину. Не, мы с вами составим брачный договор, что мне отходит весь завод, а вам квартира, что там, машина и дача, и до свидания. И следующий. Так? Сейчас же и составляют брачный договор. То есть одни люди идут регистрировать брак, и в соответствии с законом люди, которые нажили что-то в браке, это все делится потом пополам, ну, в случае развода. Нет, а вот если брачный договор, то как по договору? А по договору написано, что у меня завод, а у жены, что там есть? Ну, я уже сказал, все, больше ничего нет. Вот так. То есть какое производство, так уже и отношения определенные семейные складываются, правильно? Совершенно определенно в обществе. Есть еще один класс, это мелкая буржуазия. Кто такие мелкие буржуа? Мелкие буржуа – это мелкие хозяйчики, работающие на рынок. То есть если он просто что-то производит для себя, это не мелкий буржуа, он патриархальный какой-то, хозяйственный. А вот если он производит и выносит на рынок, то вот он мелкий буржуа. И вот эти мелкие буржуа, они и в том заинтересованы, чтобы капитализм развивался, с одной стороны. А с другой стороны, капитализм их же и душит. Сколько процентов этих самых мелких буржуа превращается в буржуа? То есть начинают эксплуатировать других, нанимают работников и становятся капиталистами. Ну, малый процент. Этот малый процент – это перспектива для очень немногих. Основная масса – опускается в ряды рабочего класса. А почему много мелких буржуа? Потому что сейчас у нас монопольная экономика, а если монопольная экономика, то она характеризуется монопольным повышением цен. И цены задирают на такую величину, что становится выгодно и вручную даже. Вот если что-то вы делаете вручную, то вы можете тоже какую-то прибыль получать от этого. И вот они своими средствами производства, своей семьей, как говорится, ведут свое дело. Вы не хотите начать свое дело, а можно подумать, что вот ваше здесь обучение – это не ваше дело. Это ведь ваше дело, правда? Вот что тут обстоит. И вот
Таким образом, через экономические интересы общественное бытие определяет общественное сознание. Как определяет? Если у нас производство буржуазное, какое сознание у нас в обществе господствует? Сознание какое общественное у нас, если производство буржуазное? Буржуазное сознание. А раз буржуазное сознание, когда наступят выборы, какой будет результат выборов? И ведь люди будут голосовать в соответствии с тем, что у них в голове, а в голове господствуют какие идеи? Буржуазные. Значит, если будут очень честные выборы, то победят партии буржуазии. Правильно? Поэтому зря вот такое волнение такое бывает, как перед выборами. Кто будет? Кто победит? Кто...? Ну, названия-то разные, меняются. Ну, например, в Америке меняются местами две партии, республиканская и демократическая. Это республиканская партия, это буржуазная партия? Нет. А какая же она? Буржуазная. А демократическая партия, буржуазная партия? Да, тоже. Ну, как бы вот это вот одна партия, но разделенная на две части. Чтобы вам надоело все время за республиканцев голосовать, ну, поголосуйте за демократов. Надоело за демократов, а голосуйте за республиканцев. Это как бы вот буржуазия имеет свой авангард в виде такого двуглавого орла. Хоть у нас вот считается двуглавый орел, наш герб, но он больше подошел бы вообще для Соединенных Штатов Америки, потому что там и один... Одна партия, вторая. А у нас трехглавый дракон. Смотрите, Единая Россия, Справедливая Россия и ЛДПР. Это же буржуазные партии. А раз это буржуазные партии, они между собой ведь не ссорятся в Думе. Как только начинается голосование, полное единство. Хотя, например, Жириновский может взять и плеснуть там кого-нибудь, кого-нибудь обругать в Думе и плеснуть из стакана водой. Как он в свое время в Немцова. А представляете, я бы такое изобразил сейчас на занятиях, вот сейчас как раз записывает. И вдруг я раз с вами спорили, потом вы как сказали 700 тысяч, я как обиделся, думаю, что это такое, раз, и облил вас водой. И что? Вы написали заявление ректору. И стали с меня спрашивать, а что вы сделали? Я говорю, читаю лекцию, смотрю, студентка вся побелела, думаю, сейчас упадет в обморок. Потеряет сознание. Быстренько плеснул, и она жила. И такое объяснительное напишу. А, мы так и думали. Мы знали, что вы человек порядочный, культурный и так далее. Какая ответственность у Жириновского за то, что он плеснул водой в меня? Никакой по закону. Никакой. Не говоря уже о том, что у них неприкосновенность. Для того, чтобы завести уголовное дело, надо снять неприкосновенность, для этого надо решение Думы. Кто это на это пойдет? Сегодня вы, завтра я. Зачем это я буду допускать, чтобы снята была неприкосновенность. Вот, поэтому надо это понимать. И вот мы сейчас отмечаем столетие революции. То есть тот вождь Октябрьской революции Владимир Ильич Ленин, он понимал, что на выборах нельзя получить больше половины при господстве буржуазной идеологии в буржуазном обществе. Поэтому вот получили большевики второе место на выборах в учредительное собрание, и большего и нечего и рассчитывать. Второе место получили. А как они установили свою власть? Ну, они взяли, значит, государственную власть через советы. Советы, в советах большевики имели в ключевых местах ключевое количество человек. В войсках Северного фронта, в Москве и Ленинграде большевики преобладали. Они взяли власть, передали съезду советов, установилась советская власть, а дальше уже советская власть привлекла на свою сторону трудящихся экономическим путем. Крестьянам дали землю, национализировали ее и разделили ее по едокам. Передали ее в безвозмездное, бессрочное пользование. И сразу крестьянин поддержал эту новую власть. Дальше войну начали прекращать. Единственное государство, которое начало прекращать войну, эту Первую мировую, это было советское государство. И оно тоже тем самым привлекло. А до этого временное правительство гнало на убой. Рабочим не просто пообещали, а вынесли декрет о рабочем контроле. Они стали контролировать деятельность своего хозяина-капиталиста. А потом в декабре 18 года национализировали еще крупный капитал.
И поэтому тем самым еще более продемонстрировали готовность. А? В январе вроде. В январе. А я что сказал? В декабре. Нет, в январе 18-го года. В январе 18-го года прошла национализация. И вот в результате национализации мы получили уже в становлении общественную собственность на решающее средство производства и так далее. То есть государство используется как такой фактор привлечения на свою сторону большинства народа, а не наоборот, как предполагали там меньшевики, эсеры и другие люди, что, дескать, вы сначала получите большинство на выборах. Большинство на выборах вы не получите, если вы не представитель буржуазии. Вот и все. Это очень просто решается. И это правило не имеет исключений. За всю историю человечества никто никогда из представителей угнетенного класса не пришел к власти путем выборов. И тем не менее, почему-то люди каждый раз при очередных выборах рассчитывают, может быть, мы сейчас выиграем. А вы никогда не садились с наперсточками играть? Никогда не выиграете у них? Тем более, когда они там начинают вот так крутить, они уже этот шарик зажали между двумя пальцами, поэтому уже там нигде нет этого шарика, ни в одном наперстке. Поэтому как бы вы, какой бы вы ни открыли, вы проиграли. То же самое и с выборами. Но это особенно важно знать людям, которые ведут рекламу. Рекламу вы же делаете в интересах того, кто вам заплатил за рекламирование, правильно? Вы же не будете говорить, что это вот купите это плохие пирожки, не покупайте их. Хотя я видел, у нас стояли на углу какие-то молодые ребята, продавали пирожки. Ведь не ешьте наши пирожки, они старые, они плохие. Ну, раз надо торговать хорошие. Так. Вот если мы теперь будем подводить итоги этого, нашего рассмотрения и обсуждения, то итог следующий, что определяющим во взаимодействии социального бытия и социального сознания является социальное бытие. А вот таким опосредствующим звеном такого взаимодействия являются экономические интересы и их осуществление уже в других сферах общества. Какие есть ко мне вопросы? Что из того, что я говорил, непонятно или не вполне понятно? Так, вы знаете, когда у нас экзамены, да? Ну, в июне мы пока не знаем точную дату. А? Пока точную дату мы не знаем. Вы не знаете, а я знаю. Пятого июня. А сколько? Ну, 10 часов утра. А консультация у нас будет 2 июня. Получается, мы вместе с журфаком сдаем. Что? Вместе с журфаком, получается, сдаем. Вместе с журналистами, да. Ну, у нас не так много. А потом мы сколько надо, столько и будем принимать. Вот, 5 июня. А соответственно, мы можем уже сказать, когда у нас занятие кончается. Вот журналисты кончают 19 мая, и 12 и 19 они только одну пару, а мы с вами кончаем 5 мая. То есть 5 мая у нас последние занятия, а это на следующей неделе, правильно? То есть в следующий раз у нас окончание занятий. Вот, и что я хочу вам сказать, что, ну, во-первых, потому что это же очное заочное отделение, у вас не есть, не всегда есть возможность всех, так сказать, и посещать или знать. Ну, вот мы вывешиваем эту запись, она есть на двух ресурсах. Это канал Фонда Рабочей Академии, то есть надо набрать YouTube, Фонд Рабочей Академии. YouTube, Фонд Рабочей Академии.
И есть сайт Фонда Рабочей Академии. А если вы сайт наберете Фонда Рабочей Академии, то там надо открыть видеотеку, и там есть лекции. Эти лекции можно смотреть. Но поскольку уже за ряд лет есть записи и для ваших коллег, хотя я вот у журналистов раньше преподавал только в порядке замены наших товарищей, а вот специально вот с этого года, вы можете посмотреть аналогичные курсы и более полные, например, у журналистов и историков. Историки, у них 56 часов, а у нас с вами там 30-32. Поэтому вы можете посмотреть лекции по этим вопросам и другие. Есть книга «Социальная диалектика», которая висит на сайте Фонда Рабочей Академии в разделе «Библиотека». То есть вы можете ее скачивать, читать, смотреть. И тем самым использовать тоже для подготовки. Ну и у нас будет с вами консультация 2 числа. Да? Угу. Вот, 2 июня. И вы приходите, и на любые вопросы ваши я буду отвечать. На формате вы говорили, что мы выбираем тему и готовимся по ней. Выбираете не тему, а выбираете 2 вопроса из списка вопросов. Да. И на каждый вопрос нужно сделать ответ, ну, в размере 1 листочка, не больше. Задача не в том, чтобы много написали, а задача в том, чтобы продемонстрировали, что вы правильный ответ можете составить. А поскольку вы выбираете, если вы вдруг тут вот плохо что-то написали, это ваш любимый вопрос, то значит другие вопросы вы еще хуже знаете. Поэтому это, с одной стороны, вроде такая либеральная форма приема экзамена, у нас с таким подвохом. Поэтому я, естественно, если увижу, что тут вы что-то не то говорите или пишете, не то написали, я буду вас спрашивать, дадим вам возможность подумать. Вы подумали и пришли снова. Я имею в виду, пришли тут же. Вот, еще, если, то есть у нас какая-то такая идет активная работа, наконец вы в итоге пришли к правильному решению, мы с вами расстались, вы с хорошей оценкой, а я с хорошим настроением. Вот таким образом. Ну, это уже вопросы по организации, а что касается по содержанию вы можете на консультации что-то позадавать, вопросы, если у вас что-то требуется. Вы, наверное, обратили внимание, что я некоторые ключевые формулировки даже задиктовывал, имея в виду, что люди, которые о чем-то говорят, должны твердо знать некоторые ключевые понятия, что есть что, и не перепутывать. Они просто говорят, да это что-то такое близенько, низенько, где-то 2×2 это где-то 3,7, 4,3, ну где-то вот, чтобы вот этого не было. То есть надо, конечно, такие вот понятия знать. Почему? Потому что вы выпускники университета, и ну, всем остальным вы должны, так сказать, как бы рассказывать, что есть точные, научные, не определенные такие знания, а вполне определенные. Пусть не по всему кругу вопросов, но по некоторым. То есть мы, конечно, не все и не всеохватно, но кое-что мы знаем. Но зато знаем твердо и определенно. Вот что, какая задача перед нами стоит. Еще есть вопросы? Пока нету. Все, спасибо. До встречи. До встречи 5 мая.